Здравствуйте. Я по поводу работы. А? Вот. Ну, давай документ. Так, права любительские. Я их обменяю на профессиональные. Угу. Прописка московская. Сюда зачем приехал? К дедушке. На деревню к дедушке. В институт провалился. Для меня это стало ясно, как только ты сюда вошел. Ну что ж, пиши заявление. Прошу зачислить меня подсобным рабочим. Это несколько неожиданно для меня. Я пришел пока выяснить ситуацию. Ну, не министром же занимаешься. Нужна тебе работа, поступай. Не нужна, не отнимай у людей время. Видали его? На переговоры пришел, а? Вы меня не так поняли. Я хочу обменять права и сразу сесть за руль. У нас и обменяешь. Напишем в автоинспекцию, а пока гравий покидай. Такой здоровый парень, и лопаты боишься. Лопаты я не боюсь. Но зачем же я буду терять квалификацию? А возьмите меня слесарем. Я слесарем работал. Где? Где ты работал слесарем? В школе, на автобазе, на школьной практике. О, высокая квалификация. Ну, хорошо. Пиши заявление. А на чье имя писать? На мое. Начальнику ДСУ 3, Воронову НП. Но учти, слесарь на повременке много не заработаешь. И жить придется в вагончике. Слесарь всегда должен быть под рукой. А можно и в вагончике. Вот расчеты по 112 километру. Я, значит, пойду по участку. Угу. Ну, кажется, и все. Завтра выходи на работу. Угу. Да, а в каком вагончике я буду жить? Нет, видали его? Спальное место ему подавай. Нет, ты сначала поработай, заслужи, а потом требуй. До свидания.